Мы находимся на конечной Медведково. Вот стрелочный пост к кольцу Медведково. Вот тут вот поворот, круг. А там остановка для посадки. Поедем на 17-м маршруте до Останкино. Дождемся какого-нибудь трамвайчика. Такая вот картина. Объявления тут другие, чем у нас в районе. Название всех остановок, во-первых, написано, что очень удобно. Вот всего, кстати говоря. Остановки, но они как-то не по порядку пронумерованы. Так, давай. Ну, тут как обычно. Так, на этом, конечно, можно поехать, но уж больно у него рекламы много, там, может, стекла закрыто. Не знаю. Это все на этом поймали воде. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Тихомирова. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Улица Тихомирова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Тихомирова. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Тихомирова. Автобус.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – поликлиника. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Молодцова, дом мебели. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми. Уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Молодцова, дом мебели. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – кинотеатр «Полярный». Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Театр «Полярный».
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Полярная улица. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Полярная улица. Уважаемые пассажиры, проходя в салон, будьте внимательны и осторожны. Трамвай с переменным уровнем пола. В середине салона находятся ступеньки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проезд Шакальского. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Проезд Шакальского. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Сухонская улица. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на валидаторе при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом входе в трамвай. Для оплаты проезда приложите ваш билет к валидатору или пропустите через считывающее устройство валидатора. На линии действует контроль. Штраф за безбилетный проезд составляет Сухонская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Меньжинского, дом 38. ГУП «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет –
Льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. 8-495-950-40-40. Улица Минжинского, дом 38. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Бабушкинская. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Станция метро Бабушкинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Печорская улица, больница. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на валидаторе при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом входе в трамвай. Для оплаты проезда приложите ваш билет к валидатору или пропустите через считывающее устройство валидатора. На линии действует контроль. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Сохраняйте ваш билет до конца поездки. Черская улица, больница. Уважаемые пассажиры, проходя в салон, будьте внимательны и осторожны. Трамвай с переменным уровнем пола. В середине салона находятся ступеньки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Радужная улица. Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах «Радужная улица».
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Радужная улица. Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах движения и пересадках на transport.mos.ru или по телефону контакт-центра «Московский транспорт» плюс 7 495 539 54 54. Радужная улица. Следующая остановка – Верхоянская улица. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Верхоянская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Берингов проезд. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из застоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Проезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – комбинат «Лира», пенсионный фонд. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – платформа «Северянин».
Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах движения и пересадках на transport.mos.ru или по телефону контакт-центра «Московский транспорт» +7 495 539 54 54. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ростокинский ремзавод. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на валидаторе при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом Ростокинский ремзавод. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ростокинский ремзавод. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на валидаторе при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом входе в трамвай. Для оплаты проезда приложите ваш билет к валидатору или пропустите через считывающее устройство валидатора. На линии действует контроль. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Сохраняйте ваш билет до конца поездки. Ростокинский ремзавод. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Докукина, ГУП «Мосгортранс». Приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям: водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8 495 950 40 40, 8 495 950 40 40.
Доберется до Кукина. Уважаемые пассажиры, проходя в салон, будьте внимательны и осторожны. Трамвай с переменным уровнем пола. В середине салона находятся ступеньки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – сельскохозяйственная улица. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Сельскохозяйственная улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Сергея Эйзенштейна. Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах движения и пересадках на transport.mos.ru или по телефону контакт-центра «Московский транспорт» +7 495 539 54 54. Сергея Эйзенштейна. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — ВДНХ, Северный вход. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда.
ВДНХ, северный вход. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро ВДНХ. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Станция метро ВДНХ. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка ВДНХ, южный вход. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на валидаторе при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом входе в трамвай. Для оплаты проезда приложите ваш билет к валидатору или пропустите через считывающее устройство валидатора. На линии действует контроль. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Сохраняйте ваш билет до конца поездки. ВДНХ, южный вход. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка
улица Цандера. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Сандра, уважаемые пассажиры, проходя в салон, будьте внимательны и осторожны. Трамвай с переменным уровнем пыла. В середине салона находятся ступеньки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Аргуновская улица. Уважаемые пассажиры, ожидая трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Останкино, конечная. Останкино, конечная. Уважаемые пассажиры, наш трамвай прибыл на конечную станцию. При выходе из вагона не забывайте свои вещи. Счастливого вам пути! Так, это была поездка Медведково-Останкино на трамвае номер 17. Вот таком вот заснеженном красном трамвае. Ну, идет сильный снег. Я выключаюсь, чтобы не мочить камеру. Так что, как обычно, подписывайтесь, лайкайте. Пишите, где хотите проехаться. И всего вам наилучшего. Оставайтесь на канале. Я надеюсь, у нас еще будут интересные видео. Спасибо, что были со мной в этой поездке.